Меховое ателье вас приветствует. Сегодня у нас в работе такой ремонт шубки. Здесь короткий рукавчик, и клиентке нашей холодно. Хотя шуба, в принципе, теплая. Поэтому мы решили поменять воротничок норковый и сделать широкий норковый манжет. То есть в одну полосу, для того, чтобы удлинить рукавчик и увязать цвет норки с цветом воротничка. А норка у нас черная, с фиолетовым отливом. Вот такая вот норка, черненькая. Ну что, посмотрим, как это получилось у нас. Вот конечный результат. Переделали воротник. Он черный с фиолетовинкой по тону. Такой черный глубокий с фиолетовым отливом. Красиво смотрится. Теперь у нас длинный рукавчик. Он смотрится третьей полосой. И наши клиентки теперь будут тепленько зимой. Норковый воротничок мы выкроили больше, чем был. Немножко углубили горловинку из-за этого, для того, чтобы он был более богаче. На все это мы потратили две норочки. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!